Пятилетняя Вероника Тришкина исчезла со двора собственного дома по улице Главная в селе Бестужевская Адлерского района около 6 вечера во вторник. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Масштабной поисковой операции, которая началась еще накануне, сегодня задействовано уже более 1000 человек. Это полицейские, спасатели, казаки, местные жители, волонтеры. К поискам привлечены и сотрудники администрации города. Сейчас решением главы, вот уже с утра практически приезжает команда. По 20 человек, по 25. Сейчас уже порядка 250 человек, которые тоже принимают участие. Вместе с охотниками проходят все тропы, куда в теории могла уйти эта девочка. Начали искать девочку накануне в начале 10 вечера. Поиск шел всю ночь и сегодня не прекращается ни на минуту. В первые часы поиска операцию вели на территории в 50 гектаров, то есть в пределах села. Ночью обнаружить девочку пытались с помощью тепловизоров. Позже радиус поиска пришлось увеличить. В него включили уже лесной массив, а также близлежащие населенные пункты. Кстати, о том, что девочка исчезла, в полицию сообщил ее отчим, 28-летний Мурат Шахмирзяев. Мать Вероники в момент пропажи находилась в роддоме. Она родила 4-го ребенка. Отчим утверждает, что отлучился лишь на несколько минут. Вернулся, а девочки нет. Она ушла в короткой джинсовой юбке, синей кофте с длинным рукавом и красных кедах. Сначала мужчина пытался найти Веронику сам, спустя пару часов сообщил в органы, а после пропал. Сотрудниками полиции также устанавливается местонахождение отчима пропавшей девочки, который сообщил о том, что ребенок исчез, в полицию, после чего перестал выходить на связь. Есть версия, что отчим мог сбежать из-за проблем с документами. Он гражданин Азербайджана. Впрочем, к середине дня мужчина был уже найден в одном из хостелов Адлера. Сейчас с ним работают правоохранители. Кстати, мать девочки уже тоже присоединилась к поискам. Остальные дети сейчас находятся с бабушкой. Ну а по факту исчезновения Вероники возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Поиски девочки продолжаются. Полицейские заходят в каждый дом, в каждый двор, открывают каждый люк. Спасатели и добровольцы прочесывают лес, в том числе с собаками. Ищут Веронику и беспилотники. Поиски усложняет сложный рельеф, горно-лесная местность и дождь. Полицейские просят тех, кто владеет хоть какой-то информацией о местонахождении девочки, незамедлительно звонить 02. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.